Сегодня приехало много интересных экземпляров. Вот только что подъехал первый раз на выставке «Плимут» 39-го года с очень прекрасной историей. Он участвовал, возил делегации на Ялтинской конференции в 44-м году. Сделан прекрасный 401-й «Москвич», он тоже первый раз. За вашей спиной находится «Харли Дэвидсон», тоже великолепная машина, вот только первый раз приехала. Сегодня первый раз выехал на выставку Ford A, который буквально вернулся, приехал к нам из Соединенных Штатов где-то 2 месяца назад. Ретро-автомобиль. Его старики назвали Захар. Ну, не знаю почему. Но мы решили не менять ему название и сделали на нем дискобар и назвали его Бар Захар. Вот. А сейчас немного тюнингуем его и пока по выставкам. Ну а потом опять вернемся к шоу-бизнесу. Мы приехали с Херсона, 500 километров, 23 часа. Ни разу не поломался, надежный автомобиль. Это Ford модель A 29 года. Это первый конвейерный автомобиль с традиционными органами управления, как мы привыкли видеть в современных автомобилях. Мощность машины составляет 40 лошадиных сил при объеме в 3,2 литра. С нижним расположением клапанов и максимальной скоростью 105 км в час. С конвейера таких автомобилей сошло больше 3,5 миллионов. Хорошая погода сегодня. Красиво.